Социальная безопасность в современных условиях включает в себя комплексную составляющую. Это и качество жизни населения, соблюдение прав и свобод, трудовая занятость и мобильность людей, рождаемость и продолжительность жизни, и стабильность института семьи. Сегодня социальная защита, она на передовом фланге у нас находится, потому что работа с населением, услуги, предоставление качества всех выплат, пособий, да, сохранение, так сказать, условий безопасности для наших проживающих. Это пожилые люди, это детки, которые находятся в наших учреждениях. Поэтому есть очень много точек соприкосновения с теорией. Красной нитью конференции по социальной безопасности стала тема укрепления института семьи и защиты детей. Безусловные приоритеты работы всех органов власти. Социальная защита Республики Бурятия, Российской Федерации сегодня демонстрирует, наверное, пример для многих стран, как необходимо и как надо работать со своим населением. Действительно, проблемы у нас действительно не уменьшаются, они у нас, конечно же, прибавляются, это понятно, это жизнь. И сегодня, наверное, особая благодарность тем, кто активно взаимодействует с участниками специальной военной операции. В этом задействовано все общество. Почетные грамоты накануне своего профессионального праздника получили работники, которые отдали социальной сфере всю свою жизнь. В нашей республике сегодня чтятся традиции, заложенные нашими ветеранами. Те, кто наши уважаемые ветераны, кто стоял у истоков развития отрасли и отдавал свою душу, сердце, милосердие для того, чтобы наша социальная служба развивалась и была передовой. Предложения, которые высказали на конференции, отразят в итоговой резолюции. Она станет основой для дальнейшей работы соцработников Бурятии и конкретных действий государственной власти республики. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.